Всем привет, с вами Алексей Похвалин. Всем здравствуйте. И мы начинаем играть в игру Dynasty Warrior 8, что-то там, короче, бесплатная версия. Мы вроде как что-то нашли друг друга. В игру-то как зайти? Наверное, Battle... Нет. Так, это инфо... О, Begin Battle. А, вот Begin Battle, отлично. Наконец-то мы заходим в игру. Что это происходит, я не знаю. А почему я какой-то другой чувак, а не которого я создавал? Я вообще мужик какой-то. А ты кто? А где ты? А ты где? По-моему, мы с тобой в разных командах, нет? Я на стороне... Подожди. Потому что у меня мой персонаж. Я на стороне синих, а ты где? И я на стороне синих. Значит, где... А, вон, я тебя вижу, ты зелененький на карте. А, желтенький, точнее. Ты желтенький, подожди. Нет, ты желтенький. А мы с тобой в разных местах так. Да, мы просто в разных местах появились. Ну давай, пойдем, короче, мутузить злых чуваков. Если тут надо этим заниматься. У меня вообще чуваки телепортируются. Они лагают. Что происходит? Ты... Ну, ты вообще... ладно, я побежал тоже. Ты когда-нибудь играл в Dynasty Warrior вообще, раньше? Нет. Понятно. Как бить? Ага, нашел как бить. Да как на квадрат, по стандарту. Вот даже на треугольник он что-то делает. Так, на нолику ничего не делает, это он прыгает. Так, отлично, я убил чувака. Тут, короче... Одного. Я жму на R2, и что происходит? Это желтый непонятный, короче, R2 лучше не нажимай. Мне говорят, крестик нажать надо. Ой, я на лошадь сел, прикинь, я на лошади катаюсь. Иго-го, и нафиг оно надо. Прям сли. О, у меня оружие сменилось. Тут столько всего на экране появляется, какие-то надписи прям посреди экрана. Так и должно быть, у меня вообще оружие сменилось. Ага, нажимаешь R2, и он, короче, их откидывает. А нажимай R2, у меня что-то какая-то хрень. Ой, точнее не R2, а R1. Он их откидывает. И того выбрал вначале, мне говорят. Ай-яй-яй. Блин, мне кажется, я что-то долханулся и... 3 часа создавал персонажа, что, короче... Играет за какого-то мужика непонятного. Отлично, я убил кого-то. Ну, это, конечно, со мной это хорошо, что-то но... меня засчитали, типа, говорят, что какой-то крутой дяденька. Я нашел, блин, тут какие-то надписи появляются, что происходит? В атаку! Что за нахер появляются? Какие-то эпичные моменты, типа, идут. О, они разлетелись. Короче, квадрат, треугольник, квадрат, треугольник, короче, всякие комбинации. О как. Ага. Блин, да можно эти надписи убрать вообще, они меня раздражают. Я убил 100, что? 99, вот 100 я тоже что-то убил. Это мужик там что-то мне рассказывает. Фига себе. Что происходит? Алексей, какого ты играешь за мужика, если ты... Я не знаю, что происходит? Я не знаю, почему я играю за мужика, я так долго создавал клевую девку, короче, и мне почему-то дали мужика какого-то. Я не хочу играть за мужика. Крутые удары теперь могу делать. Я могу теперь... Как? Как ты делаешь крутые удары? На какую кнопку? Не знаю. Я просто бью, подпрыгиваю, и он там выкрутасы делает. Не знаю. За Родину! Не за Родину! Бежим! В атаку! О, Похвай, мы скоро с тобой встретимся в одной точке. Верхней. Отлично. Тут чуваки появляются из воздуха просто. Так это должно быть интересно. Фига. Яр. Игра весит 20 гигов. Интересно, что тут 20 гигов занимает? Хороший вопрос. Что там действительно может весить столько? Я не знаю, мне кажется, я пока что вижу, ну... Вот все, что вот это максимум гига на полтора только. Все, что вот тут было. Может, мы что-то не понимаем тут в этой игре? Как-то суперудар делать? Я знаю, что они тут есть. Есть, я опять кого-то убил. А у меня что-то все стали, меня больше не бьет. У меня все стоят. А у меня больше дают. Да, чё? У меня тоже все стоят. У меня карта исчезла. Виктори! Чё? Какой Виктори? Мы Виктори. Виктори.
смысле, что? Что произошло? Чё-то какая-то странная игра, если честно. Я вот бегал за своего. И все? Мне было просто щика. По-моему, да. Тотал бонусы какие-то. Короче, где мой персонаж, который я сделал? Джин. О, Джин. О, неплохо. Озер. Мне, короче, надо... А, вот, Аери. Отлично, все, я выбрал своего персонажа, Аери. Так, теперь тут... Короче, я ставлю сложность хаос, потому что что-то это как чересчур легко было. Я нажимаю с Эпли. Все, сейчас будет моя деваха, которую я там делал. Что-то тут по-английски, я ничего не понимаю, ну да ладно. Похвалим. А, я понял. Блин, как выйти-то теперь? Я забыл нажать. А, куда я зашел? Я забыл нажать, короче... Ты что там делаешь? Я забыл нажать онлайн и нету кнопки пригласить тебя, подожди. Сейчас. Надо, наверное, выйти, насколько я понял. Ой, я... Дефит, я сдался, да. Ага. Да-да-да. Тут все настолько, блин, запутано, ни черта не понятно. Короче, Invasion. Да-да-да-да-да. Play Online. Apple. Как все сложно, если честно. Invade. Все, сейчас у всех свернется. Я тебя приглашу. О, господи. Давай-давай. Все, я отправляю тебе приглашение. Все, оно должно было прийти, по идее. Да, пришло. Вот он, ты присоединился. А ты можешь это? Что? Сейчас, подожди. За вражескую команду свалить. Подожди, официал. Мувлис тут что-то и Тимы нафиг, наверное, не нужны. Я лошадь какую-то поставил. Наверное, нет. Чё-то, я вообще ничего не понимаю, если честно. Ну да ладно, все, поехали. Дубль 2. На этот раз я буду хоть своим персонажем играть, который я создал. Вот моя девочка с кошкой. Смотри, я же не... А как... Дай на тебе хоть посмотреть, как, что ли. Как оружие-то менять? Так, это лошадь призывать, это не то. Это что ли? Нет. Так, ладно, давай, как начнем здесь... пока. И там как менять оружие? А, вот, поменялось, все, нашел. Ради менять оружие, оказывается. Так, ты где? Стой, дай-ка я до тебя добегу и на тебя хоть посмотрю. А, подожди, я вот через верху добегу. Все, вот там стой, никуда не уходи. Я тут где-то налево поверну и должен до тебя добежать, по идее. Сейчас вот этих перебью всех. Но мы сейчас встретимся с тобой, да? Да, да. Ты подожди, где-то должны, по идее, да. А ты что, два оружия, что ли, поставил? У меня, у моей девахи два оружия, да. Ну я ничего не ставил, я просто нажимал по-разному. Вот так-то да, прикольно. Как это убрать? Я умею свистеть! Блин, у меня тут, короче, появилась какая-то хрень на полэкрана, я не знаю, как убрать теперь. Лошадь тут прибегает, мешается, и вот... Ой. Блин, опять всякие джонги, всякие, блин, надписи на полэкрана, ну это пипец просто, как это можно, я ничего не вижу из них. А кто эту игру делал? Тайком, это же японцы делали эту игру. Это японцы делали, это та же группа, которая делала ДО, кстати. Кстати, да. И что-то, мне кажется, они как-то сплоховали. Ну да ладно, бежим дальше. Ты где? Так, ты не убегай, да. Я говорю, стой на месте. Я не тут на сторону пошел. Что-то, мне кажется, это опять какая-то, это одна и та же игра. Точнее, не игра, а одна и та же карта. Да. Так, где ты, блин, бежишь? Ты сверху, что ли, где-то там? Да нет. Где-то отворот, когда знам. Тыщи. Да почему? Да господи, ты на лошадь-то сядь, а! О, да, да, он такая быстро становится с двумя мечами. Чё ты там 100 чуваков развалил, что-то они тут все разлетаются.
Вот было Вторую мировую так, да? Один чувак влетает и просто сотню чуваков раскидывает, как нифиг нафиг. За 2 секунды. А Ири, где ты там? Где ты? Ты не в ту сторону бежишь вообще. Стой на месте, я сам добегу. Просто никуда не уходи. А тут стена. Почему-то как-то. Тут нет отворотки к тебе, тут стена. По карте показано, что, мол, можно куда-то повернуть налево, но. Погодь, а вот он, вот ты где? Слышь, вот ты чего? Где? Ну я говорю, тут стена. Тут не пройти. Я как бы пытался перепрыгнуть через нее. О, я к тебе пришел. О, вот он ты, а ты сейчас куда-то. А вон ты похвален бегаешь. А че ты какой-то голый? А, давай сейчас раскидаем и посмотрим какой-то друг на друга. Че, 150 уже? Я, кстати, в прошлый раз вот до сюда добежал, и мы выиграли. Кажется. Ну, пока я ничего веселого в игре не вижу, просто я жму две кнопки. Ну что, опять выиграешь, что ли? Похвально, стой. Тормози, куда ты убежал? А вот. Ты у меня лагаешь, пипец просто. Ну что ты какой-то не очень. Смотри, зато какая у меня деваха клевая. Одноглазая с кошкой. У тебя трусы видны. Да ладно. Ну, я специально так сделал. Пошли. На показ? Да. По идее, мы не должны были зриться, потому что тут реально стена была. Поэтому я к тебе перепрыгнул. Ну, очень криво, но перепрыгнул. Я не знаю, что происходит. Я добежал до какой-то точки. О, тут замок, что ли? Или что это вообще? Какие-то ворота. О, тут враги. Или не враги. Что-то как-то все лагает, враги. Я вообще ничего не понимаю. Двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот. А, меня что, убили, что ли? А, прикинь, да. Мне кажется, убили. Я вообще где? Ё-моё, я в самом... А, я встал. Я в самом низу появился, офигеть. Вот я играл что в... Что я наделал? Я не... В One Piece играл, там вот механика похожа, но там сделано намного все интереснее. И там тоже есть, кстати, кооператив и все дела. Ну, как-то там не так коряво все сделано, и всякие прикольные штуки есть. А тут что-то как-то я вообще ничего не понимаю. Ничего нет. А, все, да? Мы выиграли. Или проиграли. Подожди. Ну все, интерфейс... А что, я опять бить не могу? А все, интерфейс... Опять выиграли? Все, да. Я даже не знаю, что мы такое делаем, что мы выигрываем. Что я мы... убиваю, короче, этих людей. Ну вы. Это прикинь, это только что был хардкод мор, самый сложный, вот сложность в игре. И охренеть, какие мы хардкорщики, ну. Я не понимаю. Чё еще тут? Что такое империя модно? Мне говорят, что cannot be used. In the Free Alliance. Мне говорят, что в этой версии у нас нет империи мод. И получается, что... Подожди, сейчас, подожди. Empire мод? Да. А, cannot use free... А, мы не можем использовать, да. Ее бесплатной версии. Есть какие-то другие варианты. Мы играли сейчас какой-то Invasion. Есть еще Defensive Battle. Давай его что-нибудь попробуем. Короче, опять нажимаю House. Defensive Battle. Да, рандом. Я не знаю, что это такое, но давай я выберу, короче. А там можно квесты поставить, слышь, там есть этот, квесты. Я не знаю, да, я даже... Давай я сначала вот это выберу. А, вот. мы его не сможем все равно использовать. Да, да, да. Мне дают какого-то Люкенга. Я хочу свою деваху. Как мне выбрать, чтобы я был? Тут даже энциклопедия есть, но мы ее не можем посмотреть, потому что у нас бесплатная версия. Короче, я хочу деваху мою. Все, онлайн, Apple. Apple, я сказал. Invade. А, господи, как это ужасно. Я удалю эту игру. Я не понимаю. Сжирает бесполезных 20 гигов. Сжирает просто 20 гигов. В
в игре ничего нет. Я вообще не понимаю, за что. За что 20 гигов? Вот нормальная игра, там 200 мегабайт. Да-да-да, только что до этого играли, в принципе, забавно, и видите, она там всего 300 мегабайт или что-то такое, ну плюс обновление. Боже ж ты мой, надал смысл, и то больше до этого было, чем здесь. О, господи. Тут даже друг против друг друга нельзя поиграть, я бы тебя поуделал бы уже, давно. Тебя тоже грузит? Чё? Тебя грузит до сих пор, а вот всё. Нет, всё. Блин, почему мне опять какого-то мужика дали? Я ничего не понимаю. Я своим играю, мне норм. Ладно, зато я локацию сменил, мы теперь где-то в другом месте. В другой жопе. Я, короче, блин, я не знаю, как к тебе добежать. Подожди, а я могу к тебе прибежать, попробовать. Я вот к тебе пытаюсь бежать. Короче, я... Стой на месте, блин. Что? Блин, мне говорят, что я своего перса в вражескую команду поставил. Короче, нам жопа. О, похвалит, братюня! Привет! Смотри, я какой-то урод с дручником. Ну, может, другой есть? О, во. Чё? А чё это по нам? Короче, пошли, мы сейчас всрём, если... У нас тут 4 минуты. Ладно, побежали. 4 минуты, такое, а не понимаю. А чё у нас время-то идёт? А я не понимаю, на что, но есть 4 минуты. На что-то. О, лошадь моя прибежала. Да боже ж ты мой, сядь ты на нее. Хоть. Пад? Куда народ побежал? Пошли нам сюда. Это что? Слушай, тут эти печи. Можно эти жрать печеньки или как булочки, чтобы это повышать здоровье. Продержаться. А, надо продержаться, 4 минуты нам говорят, слышь? Не знаю. Продержаться? Я не знаю, чего держаться. Ну давай держаться, короче. Ой, меня тут, кстати, сейчас чуть не убили. А, нет, походу меня убили. Да где ты, господи? А, я опять в жопе мира опять появился, короче. А, стой. Тебя убили, что ли? Да. Походу я не продержался эти 4 минуты. А, господи. А, боже, что мой, как... Я не понимаю, это все какая-то фигня летит. Вы в обороне, нам говорят. Ага. Я не могу туда пойти. Где моя деваха? Я хоть, может, попытаюсь ее убить, что ли? Блин, меня опять как раз убили. О, мы проиграли! Да! Че ты радуешься, мы просрали? Я не знаю, но мне кажется, что в атаке быть намного легче. Чем в обороне. Давай еще раз. Я не понял, что происходит. Я тоже ничего. Почему моя деваха непонятно где? Ну давай еще раз, ладно. Было бы смешно, если бы ты всрал бы ей. Подожди, да, надо мою деваху удалить, во-первых. Она вот здесь должна быть. А, вот. Все, мне подсказали, что она должна быть тут. Командиром. Вот, 1П. Онлайн, согласись, Эпли, блин, дожмись ты, инвейд, да-да-да, я приглашаю, как это все тупо, боже мой, а как это все тупо, я приглашаю тебя, готово отправить. Все, давай, это последний раз, и хватит уже. Да, я больше были на залечном, ты бежишь. Не знаю, не обещаю ничего. Все это. О, господи. Давай грузись уже, а. Так, ну все, я тут. Все, забороняемся. У меня деваха, отлично, надо оружие заклинять. Вот, отлично. Ого! Меня сразу к врагам кидает. Это хорошо. Ай-яй-яй! Я пошутил, ребята! О! У меня отличный удар есть против этих засранцев. У меня тоже есть отличный удар, вот он. Пинок под зад. Это самый лучший удар. У меня, ну не совсем пинок под зад. У меня есть отброс. Блин, а почему мы не можем появляться в одном месте? Мне вот...
Хочется, чтобы мы вместе там жопу надирали, а не так, что ты где-то там в одном месте, я где-то в другом месте. И в итоге мы не видели друг друга никогда. Ой. Я научился делать комбо маленькое. Маленькое комбо. Я тоже квадрат, ой, квадрат, квад, 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 треугольник. Ай. Ай-яй-яй-яй. Тут подгрузилось то. Тут только что тысячи что людей вокруг меня подгрузилось. Их не было, не было, а потом они появились. Лёха. Что, что, быстрее пошли там народу до жопы. Это что за херня вокруг тебя? Не знаю, пошли быстрее, это усиление. О-хо-хо-хо, народу сколько тут. Быстрее вали их всех. Но никого нету. У меня тут тысяча людей. О, мы проиграли. Мы просрали. Я ничего не понимаю, они появляются. Что за херня? Откуда? Что ты видишь? Тут куча врагов, а я ни хера не вижу. Я не знаю, это ковро какой-то 20 гигов. Я удалил ради этого киллзон! Киллзон, сука, удалил ради этого. Ради этого дерьма, куска. Боже ж ты мой, а. И типа они еще требуют за это деньги, да? О, боже. Ну типа, хочешь ты нормальный мод? А? Нормальный, нормальный, иди. Без глюков, без лагов, где ничего не подгружается, да? Да, купи! Купи! Я не знаю, это ужасно, никому не советую. Ладно, ребят, с вами был Алексей Похвалин. Всего хорошего, всем пока-пока. Всем пока, не выиграете никогда в это. Да.